Рычат, разевают пасти, моргают, двигают хвостом и лапами при приближении. Все это можно сказать про экспонаты выставки «Динопарк Тирекс», которая работает в Тверском торгово-развлекательном комплексе «Рубин». Одними из первых посетителей стали и члены нашей съемочной группы. Уже не одно столетие динозавры вызывают большой интерес у человечества. Огромные монстры, на протяжении 150 миллионов лет безраздельно владевшие нашей планетой. Выход целого ряда фильмов, снятых Стивеном Спилбергом, еще больше подстегнул любопытство людей. И вот теперь у жителей и гостей Твери есть прекрасная возможность почувствовать себя персонажами этих картин благодаря выставке «Динопарк Тирекс». Она открылась в торгово-развлекательном центре «Рубин». Важное отличие в том, что ее экспонаты двигаются и рычат, а не статично. Срабатывает датчик, и фигуры начинают двигаться и рычать. Насколько достоверно изображение динозавров? Судя по тому, что это было сделано учеными, то, я думаю, на 100%. Единственное, что размеры не всех фигур у нас в натуральную величину. Есть те, которые замечены, попросту в натуральную величину они бы не поместились в торговый центр. И тем не менее, экспонаты все равно производят большое впечатление. Как, например, этот трицератопс. Благодаря уже упомянутым блокбастерам, это, несомненно, самый знаменитый представитель довольно обширной ветви рогатых травоядных ящеров. Ну и, конечно, тут никак не обойтись без хищников. Но это не распиаренный тираннозавр, а, например, альбертозавр или зухомимус. А вот это один из предков современных крокодилов, которые, к слову говоря, динозаврами не являлись. Все посетители отмечают, что эта выставка интересна представителям любого возраста, но в первую очередь детям, которых здесь ждут еще и интересные мастер-классы. Очень нравится, очень здорово, что в нашем городе приезжают такие выставки. А ваши дети интересуют динозаврами, да? Да, у них сейчас как раз такой возраст, от 4 лет, им очень интересны динозавры, эпоха динозавров. Они изучают, книги смотрят и названия, соответственно. Выставка «Динопарк Тирекс» работает в Тверском ТРЦ «Рубин» с 10 утра и до 9 вечера, без перерыва и выходных, вплоть до 13 августа.